сейчас приучить себя одной мыслью, что наше счастье, это истинное счастье, начнется тогда, когда мы правильно завершим нашу жизнь. Не здесь надо искать, чтобы все было счастливо. Не здесь. Надо здесь искать только одно. Как сделать, чтобы начать счастливую жизнь? И тогда для каждого человека его жизнь, которая идет и которая в конце концов кончается, это жизнь и конец жизни не представляется как нечто пугающее трагедии. Это представляется как нечто такое, которое приближает его к счастью. Наша жизнь течет, и если мы, только при этом условии, и если мы от души стараемся следовать указаниям Бога, если мы стараемся не нарушать, по крайней мере, осознанно, намеренно не нарушать нравственную норму, то мы, живя, не стареем. Вот это общая психология. Огромное количество людей говорят, что вот молодость прошла, мы стареем, мы теряем, уже того нету, уже стареем и уже жизнь неинтересна. Я очень часто это слышу. Мы не стареем.